11 банков интегрируют технологию распределенного реестра DLT в финансовое приложение. Как сообщает CoinDesk, группа банков начнет использовать DLT-приложение для торгового финансирования, разработанное платформой R3 Corda. В список задействованных банков входят Bank Ocbank, BBVA, BNP Paribas, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, Mizuho, RBS, Scotiabank, SEB и US Bank. Приложение предназначено для улучшения и ускорения финансового процесса, а также устранения бумажной волокиты в финансовой цепочке. За последние полтора года многие другие финансовые учреждения по всему миру начали тестирование аналогичных решений в области торгового финансирования.